Всем привет! Я бы сейчас вам хотел показать пантоновские силиконки. Вот такие они. Почему я вам хочу показать? Потому что в этом году мне их подарил магазин Воблер. И я просто на них удачно ловлю. Самое главное, они до сих пор живы просто. Это силиконки Аварона. Вот такой упаковки они. От Пантона. В этом году я пробовал всякие. Вообще мои любимые. Это вот такие вот. Мои любимые. Да-да. Только это большой размер, я люблю поменьше. В Эстонии на них мутной воде просто обалдеть ловится. Вот так вот. У меня на спиннинге сразу стоит. Как приходишь первым делом, пробуешь эту силиконку. Так что так вот. Вам почему показать-то? Здесь, где я ловлю, везде прозрачная вода. Я привык ловить на светлые, ну типа вот таких, что ли, скажем. Такие в Эстонии в карьерах особенно просто милое дело. А вот здесь цвет, похоже, решающую роль играет. Вот эти пантоновские. Вот эти пантоновские. У них такой забавный цвет, темный. Вот отгрызаны у меня, например. Вообще они, в принципе, очень крепкие. Хотя я ни одной щуки на них еще не поймал. Ни одной. Ни одной щуки не поймал. Представляете? Ну, здесь помимо щуки, я по Скандинавии сейчас гоняю. Здесь помимо щуки и другой разной рыбы очень много, поэтому щука здесь попадается очень редко. Если попадется, можно сказать, это большой праздник. Так что вам советую попробовать в чистой воде, в прозрачной воде. Вот такие силиконки от Пантона. Я, правда, не знаю, сколько они стоят, дорогие или нет. Думаю, что-то в пределах 5 евро, наверное, там упаковка, в упаковке там, наверное, тоже 5 штук и так далее. На самом деле, не такие уж большие деньги-то. Вот у меня. Вообще у меня вот коробочка. Коробочка. Вот это такая смешная у меня силиконочка. Фокус пропал. Вот это у меня смешная маленькая гусенькая силиконочка. Ну, очень уловистая. В чистой воде под лодками. Просто форель ловит и так далее. Это окуня. Ну, остальные все маленькие тоже. Это все на окуня. В речках. Запросто. Обалденно. На озерах. Обалденно. В принципе, любая резинка здесь обалденно работает. Вот это? Это таки хочется сказать. Ерунда полная. Да? В Эстонии на них ловил когда-то форель. Сейчас они здесь просто бесполезны. Вообще ни одной не поклюет, ни одной рыбы. Ничего. Ничего. Джики хотел бы отметить.
такие вот. Не знаю, брал сами. Но очень хорошие. Очень трудно разгинаются. И не знаю почему. Но когда одеваешь. Когда одеваешь, короче говоря, вот что-то вот так вот торчит. Вот что-то окуня привлекает, вот этот крючок именно. Да-да-да. Он обожает этот крючок, постоянно на него клюет. Поэтому как бы резинка остается постоянно целки. Вот. Кстати. Сейчас я покажу. Здесь я когда ловлю, вот. В принципе, это силиконка, не зацепляйка. Да, удивитесь вы, но не зацепляйка. Здесь есть специальный срез. Сейчас попробую показать. Вот, здесь есть специальный срез. Крючок сюда ложится, и потом его очень легко, в смысле при поклевке он легко как-то слезает отсюда, не надо ему с силиконки выходить как-то так. Сейчас попробуем, одену, просто изначально измеряете, как вы хотите одеть и что-то далее, и потом продеваем. Продеваю до конца, а потом только сделаю дырочку. Примерно. Вот здесь. Надо, чтобы точно по центру всегда выходило. Иначе игра будет очень плохая. Ну вот. Сюда, в принципе-то, надо нормальные крючки. Это просто я так вам показываю. Сюда вставляется такой специальный крючок, не знаю как он называется, он такой кривой, и сюда жало очень хорошо ложится, вот так вот прямо хоп, его не видно. При любой поклевке оно, можно сказать, всегда торчит, при малейшем движении острие сразу же впивается. Так что нормально. А я вот так продолжаю, получается у меня вот так вот. Не, на самом деле хвалю. Когда мне подарили, я сначала думал в шкаф их положить или чего-нибудь. А сейчас приеду в Эстонию, пачки 2-3 возьму себе на будущее обязательно. Надеюсь, мне еще подарят. Так, повторяю, на воблер.ие, да, там есть. Вон там все брал. В смысле, подарили. Так что вот так, советую. Пробуйте, дерзайте. Но в мутной воде я их не пробовал, говорю сразу. Только в чистой воде, прозрачной. Думаю, у нас на Эрмисту, там, Тихила, Кайсима, там, вот там будет работать 100%. Пробуйте. Ну, еще в карьерах, где чистая вода. Там рудники обычно бьют, там, довольно-таки чистая вода. Главное, чтобы прозрачная была. Пробуйте. Так вот, так вот.